Девушки! 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 Помогите, пожалуйста! Девушки! Лена? Ваша Лена зовут, да? Пожалуйста, помогите! Прошу вас! Пожалуйста, помогите! Гавтик! Гавтик! Да ты куда? Я же не успею за тобой! Я тебя не догоню! Стоять! Гавтик! Гавтик! Паршивец такой! Куда тебя понесло? Господи! О, Господи! Что ты тут нашел? Люди! Кто-нибудь! Ой, Господи! Иди ко мне! Иди ко мне! Боже мой! Кто-нибудь! Люди! Да помогите же! Вызовите полицию! Тань, ну ты не обижайся, ну ты пойми, я на твоей стороне. Но у тебя нет доказательств, а у Олега связи. Он звонил сюда и грозился подключить их, причем в скором времени. Интересно, как ему помогут его связи, когда выяснится, что я сама лично... Да по протоколу надо работать, по протоколу. Ты же вломилась к нему без ордера, без санкций. Работницу увезла. Зачем? Я же ее не арестовала, а вызвала на допрос. Так. По очень важному расследованию. Так? По какому расследованию? Между прочим, вчера закрыли мигранта, который продавал краденые паспорта. Так вот, несколько паспортов у него купил человек, по приметам очень похожий на Олега. А конкретно вот этот паспорт Олег купил для Ким Дэн. Так что, Николай Иванович, я все-таки советую вам поискать китайского переводчика. Ну, это уже кое-что. Так, Давыдова ко мне срочно! Значит так, с этим мы разберемся. А ты сейчас давай переодевайся, иду в парк. Там утром труп нашли. Дело ведет следственный комитет Наумов с Азаром. Ты им поможешь. Участок твой, ты всех знаешь. Давай. Хорошо, поняла. Документов нет, мобильника нет. Вообще отсутствуют следы всяческого физического насилия. Ну вот, теперь будет геморрой при опознании. Кость. Ну и вообще, никаких личных вещей при тебе у меня нет. Угу. В руке только кукла. Угу. Кукла в смысле игрушка? Ну да, да. Ручная работа. Такую в магазине не купишь. Не кажется, что кукла похожа на жертву, а? Подожди, а что это? Танюш, пускай этим займется СКР. Ты лучше иди-ка, опроси свидетелей. Так. Но не успела принцесса взять веретено, как сейчас же уколола палец и упала без чувств. Это что, сказка? Белоснежка. Спящая красавица. Что-нибудь еще есть? Да нет. Послание от убийцы. Я думаю, что это послание. Страница, платье и кукла. Похоже на ритуальное убийство. Маньяк? Возможно. Тогда это его первая жертва. Володь, я тебя очень прошу, вы поройте в архивах.
посмотрите аналогичные случаи, а я попробую установить личность убитой. Жертва молодая девушка, лет 15-16. Я думаю, что, возможно, школьница. Вы посмотрите, пожалуйста, фотографию. Может быть, она у вас училась, может быть, вы ее знали. О, какой кошмар. Да, да. Это же Лена Комарова из 10 Б. Какой кошмар. Такая хорошая девочка была, господи. Вы мне помогите, пожалуйста. Мне нужен ее адрес и телефон родителей. Мария. Маш, вы меня слышите? Может быть, воды? Воды? Я понимаю, как вам тяжело. Но я просто обязана задать вам ряд вопросов. Раньше надо было задавать. Когда моя Лена не вернулась с пробежки, никто из вас пальцем не пошевелил, чтобы ее найти. А сейчас вы приходите ко мне домой, говорите, что моя девочка умерла, и все, что можете мне предложить, это стакан воды! Маш. Маш, я очень сочувствую вам. Я обещаю вам, мы найдем убийцу. Сочувствуете? Да вы хоть понимаете, что это такое? Потерять единственного ребенка! Я понимаю, Маш. Пять лет назад у меня похитили дочь. Наденьку. Это случилось в вашем районе. Прямо на детской площадке. Мы играли в прятки, и я отвернулась. Отвернулась буквально на минуту, а когда повернулась, Наденьки уже не было. Я переехала в этот район. Перевелась из прокуратуры в участковый и пытаюсь найти какие-нибудь следы. До сих пор ищу. Официально Наденька числится погибшей. И даже если ее не вернуть, если я никогда ее не увижу, я все равно буду искать того, кто это сделал. И я найду его. Простите, я не знала. Вашего ребенка не вернуть. Послушайте, есть другие дети, другие родители. Мы должны найти преступника, понимаете? Должны найти его и наказать, чтобы он больше никогда никому ничего не сделал. Слышите? Никогда и никому. Спрашивайте. Я отвечу на ваши вопросы. Алло. Там, приезжай. У меня для тебя кое-что есть. Да, а что у тебя? Я нашел тебе то, что надо. Спасибо, пока. Буду. Привет. Привет. Ну, что у тебя? Похоже, убийства имели быть место 9 лет назад. Держи. Да? Спасибо. Раз в год, 4 года подряд в парках находили жертву маленьких девочек. Те же платья, те же куклы, те же вырванные страницы из книги. Все он убил 4 девочек. Да, я помню, дело Гробовщика, по телевизору говорили. Гробовщиком его прозвали, потому что он надевал свои жертвы в траурные платья. Но 5 лет он не давал о себе знать. Что, он взял отпуск? Я думаю, что просто кто-то под него косит. Почему ты так думаешь? Возраст предыдущих жертв варьировался от 8 до 11, а Лень Комарова был 16. Понятно. К
крови у Комаровой найдены следы нейролептика. Такие обычно применяются для лечения психических заболеваний. В обычных дозах это вызывает успокоительный эффект. То есть убийца псих? Возможно. Смерть наступила в результате передозировки препарата. И, судя по всему, девушка выпила его добровольно. Почему вы так решили? Во всяком случае, преступник никаких насильственных действий не применял. На шее у жертвы найдены следы крови, но это не ее кровь. А если это кровь убийцы? Возможно, девушка отбивалась, ранила его. Если бы она отбивалась, на теле видны бы были следы борьбы. Ну, там повреждения костяшек, ссадины, царапины. А, да, еще. Возможно, это вам пригодится. В волосах мы нашли частицы штукатурки. Штукатурки? Да, совсем немного. Ну, она могла испачкаться где угодно. Держи, я так тебя откопировал. Спасибо. Тань, а? Если ты меня хочешь отблагодарить, то сходи со мной в грузинский любимый ресторан. Я тебя давно зазываю. Прости, я сегодня не могу. А я не про сегодня. А когда? Можно в пятницу. В пятницу я точно не смогу. Хорошо, давай в субботу. Володь, ну ты же знаешь, я не ходок по ресторанам. Тем более сейчас. Ну ладно, давай поужинаем у меня дома. Я прекрасно готовлю курицу и вообще, судя по отзывам, хорошо готовлю. Ты, оказывается, что, скрытый кулинар? Ну, приходится быть. Одинокий мужчина либо учится готовить, либо питается пельменями. Ты знаешь, я можно подумаю, и если ничего не случится, то я... Да, конечно, что-нибудь случится, но ты все равно приходи. Спасибо. Поехали. Привет, что ты хотел? Давай быстрее, мне мало времени. О, наконец-то. Да у тебя всегда мало времени, тебе всегда некогда. Гражданский суд 5 лет назад признал официально нашу с тобой дочь погибшей. Привет. Здоров. Вот. Какая там статья 45-я, по-моему, да? Уголовного кодекса или еще там российского. Да, вообще, сегодня день, когда... Я помню, какой сегодня день. Да, это приятно, приятно, ты знаешь. А то я думал, что со своей работой, со своими ребятами вообще уже заработал. С расследованиями там. Послушай, ты пьяный, давай ты протрезвеешь, мы потом поговорим, ну, хорошо? Ну, перестань, Таня, не смеши ты меня. Потом поговорим это все. Ты мне на смс-ку даже ответить не можешь, нормально говоря, уже поговорим. Я не хочу слушать твои пьяные бредни, правда. Таня, ты... Послушаешь меня. В общем, так. Я решил устроить Надюше похороны. Что? Да, да, все, прости, я больше не могу. Ну, 5 лет, 5. Это невыносимо. Похороним ее. Пусть пустой гроб без тела опустим, простимся достойно. Но это надо сделать, надо. Я тебя прошу, пожалуйста, давай... Давай заново все попробуем, пожалуйста. Да пошел ты! Тань, ну что за детский сад? Ну, я же знаю, что ты здесь. Вообще-то это женский туалет. Я знаю. Что у вас там произошло с Андреем? Моя личная жизнь к тебе не имеет никакого отношения. Ну, я тоже тебе не чужой человек. Волнуюсь, переживаю за тебя. Если это очередная попытка пригласить меня на свидание, то очень не вовремя.
Ну, попытка, как говорится, не пытка. Ты домой-то поедешь? Да. Только позже. Ну, иди. Конечно. Петрова, у тебя прям штаб ФСБ. Ага. А не пора ли домой? Ну, так вы идите. Я про тебя говорю. Не, я к вам домой не поеду. Очень смешно, Петрова. Я, конечно, ценю твое рвение, но всему есть предел. Лучше послушайте, что я нашла. У следователя, который вел дело гробовщика, 5 лет назад была своя версия. Угу. Жертвы были от 8 до 11 лет, правильно? Ну. И в год он убивал по одной, правильно? Ну. Каждая новая жертва была на год старше. И страницы тоже были все по порядку. 1, 2, 3, 4. Всех девочек находили 14 числа, как и сегодня. Но гробовщика тогда не поймали, он исчез. Почему ты решила, что после 5-летнего перерыва он принялся за старое, а? Не знаю. Интуиция? Тогда следователи не могли понять, как он находит жертв. Была версия, что он находит их в парке, там же, где потом обнаружили труп. А Наумов считает, что это имитатор. Тоже возможно. Хотя, может быть, это вообще шизофреник, который хочет славы. В общем, гробовщик должен был убить после 5-летнего молчания жертву 12 лет и оставить страницу номер 5. А у нас Лене 16 и страница номер 9. А если это настоящий гробовщик, получается, что он 4 года пропустил? Или он все-таки убивал, а тела прятал? Возможно. Мне все-таки кажется, для него очень был важен момент ритуала. Молодец, молодец, Петрова, хвалю. Так, а теперь домой. Таня, не ожидал. Послушай, ты прости меня за утро. Просто нервы сдали, прости. Проехали. Ты Надины вещи сохранил? Да, в ее комнате все без изменений. Тань, что случилось? Ты можешь мне объяснить, что ты ищешь? Может, я тебе помогу? Да что происходит-то, Тань? Спящая красавица была любимая сказка Надюши. Я ей 20 раз ее читал. Что случилось, Тань? А, когда похороны? А? После, через 2 дня. Подожди, ты... Таня! Что случилось? Ты был прав. Наденька... мертва.
Таня! Татьян! Привет, Тань. А чё домой не идем? А чё дома делать? Погода хорошая, воздух свежий. Что делать, что делать? Да спать ложиться. Я, наверное, домой пойду. Устала очень. Иди, Зин. Моисеевна, пока. Ты тоже иди, я тут еще посижу. Ну, идите, давай. Девчонки, счастливо. Ну, давай, до завтра. Счастливо. Совсем молодняк стали набирать, да? Про Зинку-то? Ага. Оно тут временно, так, перекантоваться. Ты ела сегодня что-нибудь? Ты знаешь, вроде что-то ела. А давай я тебе сготовлю чего-нибудь существенного, а? Не, Ильинична, ты иди домой спать, ничего не надо, спасибо. Не, вставай, вставай. Вставай, говорю. Пошли. Пошли, пошли. Нечего скромничать-то. Я тебе сейчас таких котлет сделаю. Ну, закачаешься. Угу. Пойдем. Пойдем сейчас с тобой. Пойдем. Ух, и запустила ты квартиру. Про котлет ничего не говоришь. М? Вот и молодец. Свеча за здравие всегда благое дело. И не важно, где сейчас Наденька, а Бог о ней всегда позаботится. Это не за здравие. Это за упокой. Что? Нашли? Нет. Просто всплыла новая информация. Да мало ли что там всплыло. Пока наверняка не узнаешь, нужно надеяться. Здравствуйте, тетя Таня. Можно у вас переночевать? Что, опять? Я же им говорила. Да ладно. Проходи. Покой черти не дают. Никакой управы на них нет. Не замерзла? Пошел, да урод, блин! Ты ведьма! Все, уже кончились все бутылки! Ну все, хватит, хватит! Сколько это может продолжаться, а? Че? Участковая пришла. Чем обязана? Сколько это может продолжаться? А в чем, собственно, проблема? Мы что, с вами не говорили? Ну, может, хватит водку жрать, а? О детях подумайте. А кто пил-то? А мы... Я не пью. Ты пила? Нет. Видишь, она ух. Так, ну мне что, подкрепление вызывать? В изоляторе давно не сидели. Ух ты, да что ты нам сделаешь? Нет, подожди. Ну. Мы у себя дома. Что, мы у себя дома. И делаем, нет, что нет, хотим, нет, понимаешь? Понимаю. И ты нам не указ. Я могу лишить вас родительских прав. Ух ты, порция какая! Не нарывайся. Право належит. Давай, держи дистанцию, а то мне стошнит сейчас от твоего перегара. Защитница нашлась. Миша. Да ты своего ребенка не можешь защитить, не уберегла. А в нашу жизнь еще лезешь. Я... Дурак. Мать, держи, мать. Да все, хватит, надоел ты уже. Мать. Дети, пойдемте со мной. У меня переночуйте. Да надоел. Подсудное дело. Дурак. Это покушение в собственном доме! Собственном заплатят, тело иди, так давай. Не оставлю, мать! Что? Иди за бутылкой! Куда? Иди. За какой бутылкой? Рану дезинфицировать будем, милая. Thank you.
Простите, что опоздала. Можешь не извиняться, Петрова. На сегодня ты свободна. Почему свободна? Почему? Потому что ты доигралась. Приходил Нестеров с рожей всех цветов радуги. Написал на тебя жалобу, что ты его избила, что ты проявила к нему полицейский произвол. Да что за бред? Ну, бред не бред, а теперь будет служебное расследование. Тебе вообще грозит увольнение? Что, вы верите этому алкоголику? Ты знаешь, я не верю. Но жалоба об избиении должностным лицом – это дело очень серьезное. Ну, ладно. Я что думал? Значит так, ты пока сиди тихо, не высовывайся. Мы тебя переведем в архив, а потом уже... Николай Иванович, знаете что, тогда давайте официально уже делайте перевод в архив, устраивайте расследование. А меня сейчас интересует, куда увезли Ким Дэн. А? Ну, ей занялась сейчас миграционная служба, ищет ее семью. А-а-а. Ну все, свободно. Иди уж с глаз моих. Есть. Нет у нас доказательств, что Елену Комарову убил гробовщик. По стилю похоже. Ну, послушай, гробовщик фокусируется на детях, а Лена Комарова уже почти совершеннолетняя. Ну, давай. Была. В любом случае, надо искать зацепки в прошлых делах. Поговорить с родственниками погибших девочек. Оторвись ты от своего хоккея, хоккеист. Послушай, у меня, кстати, есть предложение. Давай разделим, чтобы меньше ездить. Ты к одним, я к другим. Да не вопрос. О, Татьяна Юрьевна, а что такая невеселая? Что за скорбь мировая? Краснов хочет снять меня с должности. За что? За все хорошее, видимо. А, угу. Это из-за борделя, да? А сколько раз тебе говорили не соваться туда? Молчал бы лучше. Ты думаешь, я не знаю, что ты туда ходишь? А ты что, свечку держала? Нет, просто знаю, что ты часто там бываешь. Да, хожу. И это в интересах следствия. А если я докажу обратное? Так, все, успокойтесь, Брэк. Пойдем, воздухом подышим. Кстати, я этот матч видел, Финляндия выиграет 4-2. А ты зануда. Володь, пожалуйста, поговори с Красновым. Не дай снять меня с должности. Таня, я сделаю все, что смогу. Спасибо тебе. Как там продвигается дело с гробовщиком? Пока никак. Это очень важно, ты понимаешь? Возможно, он похитил Надю. С чего ты взяла? Надя пропала в том же парке, где нашли Елену Комарову. И точно те же самые числа. Подожди, подожди. Наде было сколько? 5? Да. Возраст не подходит. Жертвы были от 8 и старше. А книга? Я Наде читала ту же самую книжку. А откуда он узнал, что ты ее читала? Я не знаю. Ну, может, в парке увидел. Ты понимаешь, я ни в чем не уверен. У меня все может, может. Тань, я все понимаю. Ты хочешь найти дочь и хватаешься за каждую соломинку. Но не цепляйся так за это дело. Серьезно. Гробовщик – совсем другая история. Ну, пожалуйста, ну дай мне самой в этом убедиться, а? Ну, я прошу тебя. Я 5 лет искала, ты понимаешь? Я 5 лет отрабатывала каждую зацепку и ничего. А здесь... Ну, здесь впервые хоть какой-то след. Начальство, конечно, не одобрит, но я могу тебе показать записи бесед с родителями жертв. Нет, мне нужно с ними поговорить лично. Ты понимаешь, они на записи после трагедии, в состоянии шока. И могли упустить очень много важных вещей. Хорошо. Только из-за большой любви к тебе я Азару ни слова. Спасибо тебе большое. Кто там? Рита Кабак? Откройте, это полиция. Я хочу задать вам несколько вопросов о вашей дочери.
твоя дочь умерла. Я сочувствую. Я просто веду расследование, связанное с убийством вашей дочери. Они тогда ничего не нашли. И сейчас не найдете. Идите к черту! Подождите. Но... Истеричка. Не хуже Петровой. Поедем к родителям последней жертвы Овчинниковой. Угу. А Азаров переговорит с Ритой Кабак, матерью-одиночкой. Послушай, здесь написано, что третья семья переехала в Киев, а четвертая... А четвертой уже нет. Отец через год после смерти дочери умер от инфаркта, а его жена покончила с собой. Как? Вот так. Значит, ничего необычного в тот день вы не помните. Она просто ушла в школу и не вернулась. Да у нас школа во дворе. Катя сама туда ходила. А помимо школы были какие-то кружки, секции? Только частные уроки фортепиано. А вы хорошо знали преподавателя? Послушайте, мы 5 лет назад уже это все проходили. Тогда полиция опрашивала и преподавателей, и друзей, даже вон родственников из Рязани. Да. Хорошо, вы извините нас. Я очень попрошу вас, если вдруг вы что-то вспомните, позвоните, пожалуйста. Моя девочка. Ей было всего 11. Я понимаю вас, простите. Я вас понимаю. Извините нас еще раз за то, что заставляем ворошить прошлое. Если это поможет найти убийцу нашей дочери, до свидания. Извините еще раз. Ничего. До свидания. Я сейчас. Ничего нового. В деле все то же самое. Ага. Может, Азаров что нароет? Может. Зря только людей потревожили. Такое пережить. Слушай, это наша работа, мы должны были проверить. И, алло, ты куда торопишься? Ты чего? Ничего. Да. Илья, здравствуйте еще раз. Это Татьяна Петрова вас беспокоит. Да, я вас узнал. Скажите, перед смертью дочери вы случайно ремонт в квартире не делали? Нет. А может, соседи делали или в школе какие-то работы велись? Да вроде они тогда ремонт в спортзале делали. А что? Понятно, спасибо. Извините. Алло. При чем тут ремонт? В волосах Лены нашли штукатурку. И? На руках убийцы тоже могла быть штукатурка. Ну, вообще, если подумать, то убийца мог искать жертв там, где работал. Да, например, в школе. Рабочий может спокойно знать расписание жертвы, следить за ней, узнать ее возраст. А ну-ка, пошли за мной. Поговорила с директором. Действительно делали ремонт незадолго до убийства Кати Овчинниковой. Название фирмы? Византия. Я запрошу список всех, кто работал на этом объекте. Поехали к соседям последней жертвы. Там тоже, кстати, ремонт делают.
Здравствуйте. Добрый день. Мы из полиции. Надо поговорить. Хозяина нет. Извините, пускать нельзя. А мы не к нему. Извините, нам работать нужно. У нас сроки. Постой, как тебя зовут? Тигран. Тигран, мы на два слова. Вот эту девушку видел когда-нибудь? Да, Лена зовут. Это она вас вызвала? Скажите ей, что Ашот не будет заявление писать. Можно мы все-таки пройдем? Куда? Хозяин дома нет. Зачем? У нас прописки есть. Все по закону. Не нарушаем ничего. Все хорошо у нас. Скажите, вы здесь проживаете? Да, здесь. Хозяин сам решил. Он сказал, живи, и мы живем. Ашот, Ашот. Позвоните хотите? Нет, не надо. Скажите, вот эту девушку, Лену Комарову, мы по поводу нее. Когда вы видели ее в последний раз? Позавчера видели. Да? Да? Меня, во, это скинхед Бин, я, она мне помогла, мы ушли. Да? О. Хорошая девушка, добрая. Мы ее чаем напоили, она ушла. Во сколько это было? В 9? Ну, или 10. Ясно. Вам нужно будет проехать с нами. Нужно будет сдать кровь на анализ. Зачем? Вот я пробил Византию, они выполняли ремонт в школе. Ну? Но по адресам Кабак и других родителей объектов не было. Здесь список всех, кто работал в школе. Есть кто-то из наших строителей? Есть один. Ну, тот парень с побитым лицом Ашот. Правда, он там долго не задержался, ушел с полпроекта. Начальник говорит, что Ашот стал работать сам на себя со своими друзьями. Понятно. Трам-там-там-там. Попался, родной. Вот. М? Ашот? Ну да, совпадение по группе крови просто идеальное. Он нападал, жертва отбивалась. Подождите, мне почему-то кажется, что здесь какая-то ошибка. Послушай, Тань, я тебя умоляю. Все, я иду собирать группу. Вовка, я тебя жду. Давай. Володь, я на допрос с вами. Можно? Зачем? Ты свое дело сделала. Личность убитой установила, свидетелей нашла. А с Ашотом мы сами разберемся. Подожди, подожди, я не поняла. То есть я всю работу за вас сделала, а теперь больше не нужна? Ну, здорово. Я от Азарова, конечно, такое ожидала, но не от тебя. Тань, ты же знаешь, что это не так. Ну, а что, наш субботний вечер, ужин, у тебя дома все в силе? А при чем здесь суббота? Ты вообще на что рассчитываешь? Ты думаешь, я полная дура? Буду дела вам раскрывать, а потом по вечерам к тебе в гости ходить? Тань, послушай себя, что ты говоришь. Я понимаю, все, у тебя трагедия. Любой бы с ума сошел, но так тоже нельзя. Можно я пройду? Нет, послушай, раз уж начали. Посмотри на себя. Что ты творишь? Алкашей по ночам избиваешь, кидаешься на всех. Таня, так нельзя жить. У Овчинниковых тоже трагедия. Они ж как-то держатся. Дай я пройду. Я не пущу тебя к подозреваемому. Не потому что, как ты говоришь, я хочу себе забрать славу, а потому что я не доверяю тебе. Ты его еще убьешь ненароком. А потом сядешь за это. Странно как-то и непривычно. Что непривычно? Ну, ты сама позвонила. Неожиданно как-то. Ну, вообще-то я твоя жена все-таки. По документам, во всяком случае. Во всяком случае, это не мешает тебе меня ненавидеть. Дурак, я тебя ненавижу. Да? Тань, 5 лет. 5 лет ты мучаешь меня и надо мной издеваешься. Ты как та собака на сене. Хочешь, приблизишь, хочешь, оттолкнешь. У меня такое ощущение, что Надя – это единственная ниточка, которая нас с тобой связывала. Я до сих пор не могу понять. Ну вот убей ты меня, я не могу понять, почему после ее смерти ты собрала вещи и ушла. Почему? Потому и ушла. Почему потому? Потому что ты сразу ее похоронил. И месяца не прошло. Тань, я очень любил Надю.
и люблю ее до сих пор. Но я также безумно люблю тебя. Я не понимаю, почему из-за несчастья, которое произошло с нашей с тобой дочерью, мы с тобой должны прекращать наши отношения. За что ты меня осуждаешь? Послушай, я вообще тебя ни в чем не осуждаю. Я просто так сказала и объяснила тебе, почему я тогда приняла такое решение. Вот и все. Хорошо, я хочу, чтобы ты знала только одно, что я тебя люблю и я тебя жду. И я буду ждать тебя всегда. А еще я хочу тебе сказать то, что никогда тебе не говорил. Я восхищаюсь и горжусь тобой. Правда, честно. Я очень горжусь тобой. Потому что та профессия, которой ты занимаешься, ну… Не то, что женщины, мужики не выдержат, а ты молодец, ты совсем с этим справляешься, у тебя все как-то ладно на работе, все спорится, все сходится, и ты молодец. Дурак я, наверное, да, что тебе все это говорю. Ну что ты молчишь? Скажи мне хоть что-нибудь, пожалуйста. Ты знаешь, мы вышли на одного маньяка. Я думаю, что это он убил Наденьку.